15 августа отмечается День археологии. Дата неофициальная, но праздник традиционно объединяет все археологическое сообщество. В этом году из-за коронавирусных ограничений сезон у владимирских археологов только стартовал. Предположительно, продлиться он может до декабря. К примеру, сейчас раскопки ведутся в Суздале и Муроме на улице Карла Маркса. Эта территория в древности не была городской, скорее пригородная территория. Она располагается за пределами древнерусского Мурома. Но, однако, в границах до регулярной застройки 15-18 века и регулярной застройки 19-го, начала 20 века. Все это говорит о том, что здесь могут быть находки самых разных временных периодов. На данный момент нами разобраны культурные напластования мощностью 80-90 сантиметров. После этого археологи начнут исследовать ямы, канавы и другие углубления на расчищенной территории. Именно там часто скрываются интересные находки.